собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимаете. По нашим землям прошел император Эмгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до Синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера, вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите. Не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите. Почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения! Тролли, трупоеды, волколаки! Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных во лжбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да, с годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу. Позоря нас самим своим существованием! Истерзанный войной север обливается кровью! Битвы есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждое полнолуние. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь — час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь — час безумия, час презрения.
Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить, только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то Весемир замучает ее своими гравюрами. Ну, я пошел. Ага, пока. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Белье. Сирене-крыжовник, конечно же. Геральт, хватит трогать мои флаконы. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Лера, отличный у нас все-таки перевал.
Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теории и практику. Что? Подъем, мастер. Какие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь? Ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей! Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Хватит. Слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Не сейчас. Не стоит заставлять Весемира ждать, поверь мне. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы Гуля от Альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание?
используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири! Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Mm-hmm. Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Найдем. Меня не это беспокоит. Ты же видел ее следы. Она несется, сломя голову по прямой, не разбирая дороги по полям битв и по разоренным краям. Куда-то она спешит или бежит от чего-то. В любом случае, надо думать, у нее неприятности. Я бы удивился, если бы у нее не было неприятностей. Она вечно сует свой нос во всякие осиные гнезда. Тут придворные интриги, там чародейские заговоры. Чего ты ждал? Не знаю. Мне как-то казалось, что когда мы наконец снова встретимся, все будет поспокойнее. Хотя бы какое-то время. Поспокойнее? С Йеннифер? Мечтай, мечтай. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера.
Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать? Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы увы зимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело единорога. Мы использовали его пару раз. В определенных ситуациях. Чего молодежь только не выдумает. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой.
Все в... Кэш. А чё? Да. Заря... Все, на... Три... Е... Нет. Угу. Так, мы на... А то... Вот, я тренера... Закончу. Не след... Это... Сейчас... Постой. Ничего... Помолчи... Да. Нам надо... Тут еще пост... Чучело... Ха. На два, три... Постой. В поисках Йеннифер своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Все в порядке. Кошмач. Все на... Три. Я начал. Так, мы найдем. Вот. Вот. Я закон... Не с... Этот... Сеть. Постой. Ничего. Помал. Да себе. Нам тут еще по... Это... А... Постой.
ходит за ним, по пятам идут рупаеры. Идем, пока новые не набежали. Я рассказывал, встретил я только чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет, потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Птичий череп в черном кристалле. Что-то мне подсказывает, что он принадлежит Яну. Держи.